станция имени Тараса Шевченко, город Хмело, Черкасская область. Квест Woman. Станция Шпола, стоянка 7 минут, но дизель-поезд опоздал, и поэтому вот-вот сейчас отправится. Даже поеду мне раз. Блин, опоздал. Так мы, наверное, это проходящего пропускаем. Что, он всегда тут кого-то пропускает? Нет, не всегда. Тут обычно мало. Все, видно выходные. Видно выходной светофор. И он горит красным. Значит, скорее всего, что-то ждем на воскрешение.
Наш дизель D1717, на котором мы приехали, на станции Умань. Ура! Две предыдущие поездки в Умань я пропустил, но эту все-таки совершил. Мы немножко уставшие, немножко потные, но все равно целеустремленные, и будем двигаться дальше. Все, пока делаю паузу. Наш дизель через меньше чем через час отправится обратно на Черкассы. Давай,
Ой, вот, сам все снимают, все в восторге. Вот это я. Едем с Умани в кабине D1. Двуголовый поезд D1 742-3. А вторая голова D1 702-4. По маршруту Умань Христиновка, который прибыл по маршруту Вопнярка Умань. Да, вот такая она. Так мы еще не ездили. Дореволюционная кабина D1. Да, это впервые, это дебют. Всех с дебютом, ребята. Я ездил втроем в кабине, но не вшестером. Ну. Да, да, Коля, без спорта. А я в кабине D1 вообще не ездил. Поэтому... Я был. Так, ну, в общем-то. Блогеры, энтузиасты, любители, ЖД-фанаты и железнодорожники. Вы еще 3 станции Хмельницкой. Yeah. Владволя. Начинал, да, на столице мы ехали.
Не, я лично иду в гостиницу. Такое ощущение, что по ограничению идет. Не дает больше разогнать. Да нет, ну 60 же ехал. Ну, а сейчас, вот, да, сейчас 40. Опа! Да-да-да, уже не бедный. Это же красный. Красный это еще не поворотничает. Знаешь, когда жара, потом какие именно тепловые разряды. Ну, похоже, я не один какой. Съемка в съемке. А, да, идея хорошая. Это всегда лучше. Хорошо, блин. А ну, да. Получится, не получится. Слышишь, давай еще я третьим телефоном, типа тебя снимаю. Ну, это уже совсем не сделаешь. Ну, подожди, стой, стой, стой. Ну, давай, попробуй. Я не хочу его включать. Да, ну, хреново видно, то, что ты снимаешь. Ну иди, да, я вижу его изображение, вижу твое. Такого еще такой порнографии не было. Это тоже тройнуха какая-то. Да ничего, да? Давайте договоримся так, кто первый выходит, принимает у всех остальных барахлишко, потому что очень неудобно слазить. Да, вы знаете, что слазить надо, ведь... Морды к машине. Морды к машине. Да, сначала при выходе развернуться на 180 градусов и вылазить спиной к улице. Кстати, я не знаю, как сейчас, раньше в метро, если видели там на камерах где-то, что машинист депо спрыгивал передком, штрафовали. Телефон вырезался. А, может быть. У меня такое было вчера. Так, станция Христиновка. В общем, день прошел удачно. Мы проехали с Черкас до станции Умань. Побывали, покушали в кафе. Сделали три смены направления в пути. По станции Шевченко, Цветково и вот, собственно, по станции Христиновка. На этой станции днем была последняя смена направления. Вот теперь мы на дизель-поезде доехали сюда и будем двигать в гостиницу. А после чего завтра утром будем ехать в сторону Вапнярки на дизель-поезде. Христиновка-Вапнярка. Далее будем садиться в электричку Вапнярка
Нажимаю РНК, и если нам повезет, той же самой электричкой уедем в сторону Казатина. В Виннице некоторые из нас разделятся, кто-то поедет дальше, а кто-то останется гулять по Виннице. Ну, пока еще окончательно не стемнело, но погода может быть совсем неблагоприятной. Тучи не способствуют хорошей погоде, но будем надеяться, что все обойдется. Ваш Влад Воля, Христиновка, Черкасская область. Всем хорошего вечера.